Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это, примите это во внимание. Тэхён в армии уже 335 дней. Увидимся через 213 дней. Чингук в армии уже 334 дня. Увидимся через 214 дней. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. 10 место. Тэхён не хочет, чтобы Чингук худел. Очень милый случай рассказал Чимин про Вигу и соблюдение диеты. Чимин. Несколько дней назад Чингук сказал, что садится на диету. И тогда Тэхён просто взял палочками мясо и вручил их Чингуку, при этом сказав: «Накорми меня, как в ресторане барбекю». Намджун прокомментировал это: «Он просто дьявол». А Тэхён тот еще змей-искуситель. Ну, я думаю, он просто хотел, чтобы Чингук не изводил себя диетами. Наверное, он боялся, что его милые щечки исчезнут. 9 место. Тэхён сдержал обещание, которое дал Чингуку. Какое-то удивительное явление. Бантаны, синие и красные, по пятому кругу пытаются выбить баллы для своих команд. Чингук спрашивает, что если никто не забьет гол? И Тэхён отвечает: «Чингук, я сделаю это». И он сразу же удачно забил гол, чем всех удивил. Тэхён для Чингука сделает невозможное, а тем более забьет ворота. Мужчина сказал, мужчина сделал. В этом весь Тэхён. 8 место. Чингуку нравится смущать Тэхёна. Я не знаю, как Вигу превращают обычные моменты в романтические и таинственные. Ну, не могут они устоять перед желанием прикоснуться друг к другу. Что это за такой интересный момент с хватанием руки у этих двоих? Почему Тэхён засмущался, а Чингук проверяет его реакцию и ухмыляется? Так много вопросов и так мало ответов. Но в глубине души мы знаем ответы на эти вопросы. 7 место. Тэхён мешает Чингуку работать. Обожаю этот момент. Тот случай, когда невозможно устоять перед очаровательным и харизматичным весельчаком Тэхёном. Тэхён был озорным и смешил Чингука, и наш бедняга Чингук, задыхаясь от смеха, все равно пытался петь. Тэхён такой Тэхён, он заставил всех смеяться. Титул «Мистер Харизма» однозначно принадлежит ему, никто не в силах устоять перед его обаянием. 6 место. Все самое лучшее для Чингука. Такой маленький и такой показательный момент, буквально кричащий о том, что отношения Чингука и Тэхёна, их любовь, куда глубже, чем кажется. Тэхён тщательно выбирает самый лучший капкейк. И Чингук ни на секунду не сомневался, что этот кекс будет для него.
Причем Тэхён в этот момент даже не смотрел на Чонгука. И просить не нужно, Тэхён сам хочет ухаживать за своим зайчиком. Пятое место. Тэхён – главный поклонник Чонгука. Когда Тэхёна попросили написать песни из кей-поп, которые нравятся, он буквально сразу же написал и выбрал Seven Чонгука в своем бинго. Тэхён говорит: «Мои предпочтения, конечно, наш Макне, Seven». Да кто бы сомневался, но как же не упомянуть любимого Чонгука? Ребята любят и уважают творчество друг друга. Четвертое место. Чонгук счастлив, когда счастлив Тэхён. Прошло уже много времени, и пройдет столько же, и даже больше, но Чонгук всегда будет смотреть на Тэхёна с улыбкой на лице и глазами полными любви. Тэхён наслаждается моментом, а Чонгук наслаждается, глядя на счастливого и озорного Тэхёна. Идеальная пара. Довольно спокойный Чонгук и веселый проказник Тэхён. Идеально дополняют друг друга и наполняются нужной энергией. Третье место. У Вигу своя собственная и особенная атмосфера. Чонгук и Тэхён такие романтики. Пока Хасока, Чимина, Намджуна и Джина снимали во время фотосессии «Диспатч» 2017 года, Вигу фотографировались на фоне заката. «Диспатч» потом отдельным постом у себя в Инстаграм поделился полученными двумя фотографиями с Вигу, добавив «милые смайлики». Фотографии получились весьма романтичными. Спасибо вам за такие прекрасные фото. Второе место. Чонгук смутил Тэхёна своим мнением. Тэхён рассказывает о создании Singularity. И вот как это прокомментировал Чонгук. Тэхён говорит: «Я старался подобрать правильные слова в песне, и я взял на себя роль выразить эту лирику всем своим телом». Чонгук комментирует: «О да, он так много флиртует». И Тэхён от смущения опустил глаза. Чонгук так здорово подметил и определенно поддался этому искушению. Все, что делает Тэхён, приобретает яркий и соблазнительный стиль. Первое место. Тэхён так искренне поддерживает начинание Чонгука. Чонгук осваивает новый навык игры на барабанах. И посмотрите, как Тэхён его подбадривает. Комментарии Тэхёна. «Чонгук, пожалуйста, играй на барабанах так, как ты чувствуешь. Я полностью восхищен. Пожалуйста, погромче и побольше аплодируйте Чонгуку». Тэхён так беспокоился за душевное состояние Чонгука, что даже призывал всех аплодировать ему, чтобы придать больше уверенности. Тэхён невероятно искренен в своих словах и действиях по отношению к Чонгуку. На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!